ходит, ты ходишь, да? А это завершение хода, так что... Шлюха побежала красным. В общем, если красные будут перемирие просить, тогда замиримся. Так, конечно, мы можем их тащить. Просто мне сейчас надо на этом... На востоке, получается, вот с этими восстающими разобраться. Ну да. О, вот он вышел какой-то, хуй. Аварий. Бля, он... Слабый такой. Да, отступлю. Хотя мы его можем втащить, конечно. Я отступлю лучше. Я как захватишь город, просто там генерала оставь одного. А второго генерала в другом городе он боюсь. Он пошел еще. Бля, ебать, а он все, уже отступить нельзя. Да. Тогда придется вручную с ним заместиться, кстати. Ну да. Но он сильнее меня. Хотя у меня войска прокачанные. Прокачанные войска, они, короче, меньше дамаги получают, больше наносят ее. Ща мы. Сука, откуда у него такие войска прям сразу? Бля, у нас чё? У нас ничего хорошего. У него лес, прикинь. Лес. Кстати, зато не обойдут. Там вода. Сзади, да. Я их обойду, там, блядь, равнины вокруг. Так что мне коней отдашь сразу. Я думаю, может мне налево тогда перебраться. Направо, ныкайся. Не, на горку, он, видишь, слева горка. А не лучше ли справа держаться, чтобы тебя точно не обошли? Ну да. Тактическое преимущество. Справа тоже небольшая горка. Сейчас посмотрим, насколько там какие горки. Не, ну в принципе, да, справа горка какая хорошая. Коней мне сразу отдашь. Мать тебе коней. Ну и все, в принципе, этого мне хватит. Побегай. Сейчас будем выцеплять его. Так, ну тут такие войска не сильно прикачаны у этого пацана. Тут он и вышел. Так, что тут? Мечники. Да вот тут побережье, занимай на горе. Так, мечников пока сюда. Лучников. Так, тактику изнурения сразу в руку. Хотя я делаю тактику изнурения, я вручную буду ими рулить. У меня всего 3 отряда. Так, вот так, вот сейчас мы... А у меня скоро, короче, будут конницы с нагинатами. То есть с копьями. Ну, хотя нагинаты это не совсем копье, это меч на древке, блин. Так, и мечников сейчас мы... Сделай себе 3 отряда с нагинатами, 3 отряда у лучников конных. И все, блядь, это пиздец будет. В общем, я их попробую в кольцо взять и порезать ублюдков, если они сюда подойдут. Прямо их окружить просто со всех щелей. Так. Но я буду пытаться опять в тыл зайти. Да. Распиять лучников. Потому что у меня лучников мало, всего 3 отряда тут у этого пацана. Поэтому я буду на тактику. А, оп, это кто у меня такие? С копьями мечники. Так, мечников, подождите. Мечники. А, конные самураи уже с катанами настоящими. А у них там не видел? Там у них кони есть? Что-то я проебал в этот момент. Не посмотрел. Да, должен быть один как минимум генерал. Просто его как раз на пике насадить. Так, ну тогда этот мечники будут прикрывать вот этот фланг. Эти, этот. Тут копейщики. И вот тут вот копейщики прикрывают лучников и что-то наступление. Ну все, я готов, в принципе. Все с шашками на голову, блядь, сидят. Подкреплений нету. Так, их надо сюда вот приманить, на эту горку, блядь. Они все на тебя пошли. Сейчас левый фланг начну кусать. У них лучников... А, они есть. 2, 3. Бля, 3 лучника. 4 лучника. Ну, я левый фланг сейчас коцаю, забираю копейщиков, забираю лучников. Да, увиди 3 копейщиков, точнее 2 копейщиков и лучников сможешь увести. Мне будет полегче. Постараюсь. Значит, на себя пытаюсь перетянуть хотя бы кого-то, да, из фланга. Да, и... У него 3 отряда конных. И погуляйте, блядь. Ну, я и насажу, если они пойдут, у меня копейщики тут стоят. Так что да, это все лучники конные. Так что не парься. Блин, я смогу туда дойти, не, наверное, не успею, да? Да их там порежу на той горке. Хотел на ту горку зайти как-нибудь. Не-не-не. Не вариант. О, один отряд. Бля, еще лучников надо. На меня пошел. Ну это хорошо, но все равно это мало. Хорошо, да, его сейчас заберем сразу и все. Ой, да не пизди, да по нему даже не стреляют, блядь. Смотри, блядь, у них копейщиков уже почти нет. Один отряд. Точнее, как отряд-то еще полный. Да, ну сзади тебе зайти бы, заебись было. Давайте, блядь, галопом.
Не добежали. Разворот, блядь, стреляй. Давайте вот этих копейщиков нахуй. Так, мечники, мечники, мечники. Где мои мечники? А, нет, тут копейщики пошли сюда. Ой, не-не-не, вы стойте, стойте, ёпты мать, проебал вспышку. У тебя лучники обходят, конные. Я вижу, вижу, вижу. У меня тут эти стоят. Сейчас добью этот, все, отряд исчез один. Пойду лучников коцать. Лучников отвел бы, там уже подходит. Точнее, поставь им тактику изнурения, чтобы они сами отходили. Все, я пошел лучников резать. Давай, 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 давай. Так, у меня копейщики пошли коней ебашить. Так, мечники, мечники, мечники. Режьте копейщиков. Сейчас я коней порежу. Да не, отряд лучников почти слился. Так, где мои... Блять, лучники, лучники, куда вы идете, ёпта мать? Куда? Все, слился отряд. Отлично. Второй отряд лучников забрал. Я копейщика уже отряд слил. Еще не слил, они... А, нет, не, они не, вон, бегут. Бегут. Сейчас мы его даже вот так вот. А, не, они еще могут вернуться, чего? Ну да, 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 я лучниками их достреливаю. Я их догоню потом. О, у них три отряда бегают. Четыре отряда бегают. Мне почти уже все сбежали. Так, 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 так. Сейчас влетаю в лучников. Пацаны, давайте. Ну нахуй в лучников летайте, нахуй резьте их, ублюдков. А генерал не отходит, не отходит. Ля, лучников срезал просто к хуям. Сейчас еще копейщики добьют этого, коней. У них все бегут, у них бегут, все пизда. Давайте, пацаны, догоняйте их, пиздите. Ногами. Нормас, нормас. Я пойду догоню копейщиков. О, а тут еще какой-то отряд стоит, сражается. Вы чего, пацаны? Кони. А, и сзади. Не-не-не, вот слева цени сражается. И если ты не заметил, у тебя кони еще слева. Справа точнее. А, бля, не заметил, реально. Пацаны, давайте этих. А, бля, сука, они уходят, пидорасы. Бля, у меня там лучников нету. Еще гнать буду. Ну, чтобы они точно ебались. Я их не догоню, наверное. Так я на конях, блядь. Все, пойду. Так, вот эти два пацана, давайте вы... А, все, они сбежали. Хотел сказать, вот эти пацаны, гоните их, это самое. А я буду это... Как его? Я три отряда занулил. Вообще, бля. А я не занулил, по-моему, ни одного. Хотя не знаю. Не знаю, не видел. Я их... Ну, я покоцал вообще просто. Ладно, ты пиздишь на меня, что я хуёво играю. Я на тебя не пиздил, что хуёво, блядь. Потери 343, прикинь, у них 2000, Дима, зацени. Глянь, у них косарь остался. Нехило так. Да, сейчас добьешь их просто. Я ага. Вам почетный мир. Почетный мир, нихуя себе ты, мужик, вообще дерзок. Почетный мир. Сейчас я попал. Сейчас я тебя почетно разъебу. Почетный мир. Напал в огогреб, блядь. Давайте мириться, ребят, ну ёб твою мать. О, у меня сейчас еще одна будет деревенька с этими. С уебами. Так, а что у меня есть? Тут этот ходит. Сейчас эти отобьют, правда, все свои провинции, ну ладно. А где мой этот генерал, не понял, тот, который лазил. Тут стоит зеленый, тут зеленый восставший. А, восстали еще, вот они. Бля, генерал не вижу, прикинь. Крутого кота. А, вот он сидит в этой деревне. Я до этого, интересно, дойду пизды им, да? Бегу туда. Блять, 174 в плюсе. Ну ёб твою мать, я так копить буду, пиздец. У меня 3000 в плюсе. Дашь денег, а? Ну сейчас эту армию буду нанимать, потому что надо разъебать всю эту хуйню.
Да мне экономику надо поднимать теперь на провинции, где захватил. Так, сейчас этого автобоем ёбну, пидора. Да, да, автобоем. Ибо нехуй. Ну у него, кстати, один генерал качественный. Да, похуй. А у тебя все качественные. Это у меня один из крутых отрядов. Хотя самый крутой тот первый. Казнить его! Второй отряд веди обратно в Иссо. Да-да-да. Так, захватываю город. Тоже автобоем. Ебать, у него этот генерал есть. Прикинь, Дима, у тебя нету генералов, сколько у них, да? У восставших. Они у меня все погибли с чести. О-о-о, разграбить. 10к, 17 тысяч. Так, вы суидите, давайте, пацаны. Так, эти сидят тут, все. Не рыпаемся. Так, сейчас я экономику разрулю тут. И войска нужно тоже разрулить. И дороги поставить как раз, чтобы тут летали. Вот тут вот сейчас у меня будет жесткая хуйня, тут надо дорогу по-любому поставить. Во-первых, вот эту починить хуй, за луку. Имперская дорога, ты в курсе еще есть? Да, я знаю. Хуеть. Так, школа королю. Тут что такое? Так, а что у меня тут эти восстают? Нет? Нет, это тормоз. Плюс 3. Так, тогда тут что? Она не экономика ничего не приносит. Имперская дорога, сколько она стоит? А, это у меня уже построена имперская дорога тут была, оказывается. А ты захватил, наверное, с имперской дорогой. Да. Так, вот тут надо разрулить. Так, школа Бусси. Да я, блядь, захватил какие-то бедные, сука, территории. Тут нихуя нет. Так, вот эту вот хуйню качну. Сколько тут? Ну, в смысле, ни дорог, ничего, блядь, хорошего. Ни ума, ни хуя. Интересно, сюда не пойдут? Нет, интересно. Так, окей, сейчас вот тут дорогу тебе надо сделать. Фокусими. Тут. А, она делается. А, не делается, вот она, все пошла делаться. Рисовые поля. Сэнди. Чтобы они не восставали, а то, блядь, не заебали. Реально уже с своими восстаниями. Не, сейчас восстания у тебя в основном идут с этого, с сопротивления. Ну да, да, вот поэтому я говорю. А чтобы сопротивление подавить, там нужно эти школы делать всякие такие вот. Как их называют, блять. Дома ополчения, они дают сопротивление как раз уменьшают. Плюс надо строить, чинить постройки, которые ты захватывал. Да, да, да. Не, это я чиню. Я прям сразу. Они стоят копейки починка. Так, да. Я вроде... все деньги сейчас спустил, блять, на это. Потому что у тебя от копейки, блять, а у меня эти копейки это весь мой доход. Так, все, я дороги понастроил, это понастроил. Вроде все нормально сделал. Так. А, вот тут что у меня? А, тут горят эти. Блять, а денег... Почему денег нету? А, 1400. Ебать, у него тут золотой прииск. Ну, как бы все. Доход провинции плюс 1500. Все, можешь, Дима, ебашить. О, торговый этот путь сделал. Отлично. Я потом захвачу эту зеленую. Пускай они сейчас еще захватывают там все-все дальше. Я все внутри захвачу. Не проблема. Так, я пока...